расскажу вам историю одну. Однажды в одном буддийском монастыре было как-то обед мауны. Мауна значит ничего не говорит. Это полезно иногда бывает, ну, разгрузиться. Ничего не говорит. И вот они практиковали это в течение нескольких дней. Вот, ну, праздник был какой-то. И неожиданно к ним в дверь, в монастырь, это было в горах, постучался человек. Вот. И тот, кто отвечал за прием гостей, менеджер по приему гостей, он открывает, там стоит тоже другой буддийский монах. Вот. И этот просится, можно мне, ну, как-то переночевать на улице, холодно, страшно. Тот показывает пальцами, что я, ну, не могу говорить, проходи. Ну, принес его в комнату, там значит, столик, чай буддийский с маслом, там, да, какой-то суп. Вот. Он его угощает, и тот счастливый, и говорит ему, он показывает ему вот этот вот счастливый странник, показывает ему один палец. Ну не так, наверное, так показывает. Вот так показывает. Говоря, слушай, хорошо, что Бог есть, хорошо, что Бог один. Но вот этот человек, который пригласил его в гости, он был на один глаз слепым. Он был одноглазым. И он как-то очень заюжился, так, расстроился, и так вот немножечко, взяв себе руки, показал два пальца. И наш странник, он подумал, надо же, какая философская беседа у нас завязалась. Я ему говорю, Бог один, он мне показывает, у нас не только один Бог, у нас еще есть друзья буддисты, которые нас всегда поддерживают. И он так обрадовался этой философской беседе, показал ему, три. Он сказал, у нас есть не только Бог, друзья буддисты, у нас еще есть законы, по которым мы живем, которые нас защищают. И неожиданно вот этот одноглазый друг со всем махом дал ему в глаз и сказал, ну приди отсюда. Он не сказал, он подумал, он его выткнул. Он выткнул его на улицу ночь. И в конце концов, очень скоро там нашли обглоданный скелет, и узкий лоб. И настоятель этого монастыря, он спросил, почему ты выгнал этого, когда мама закончилась, он спросил, а почему ты выгнал этого гостя, как-то так резко? Ты представляешь, какой наглец? Я его пригласил. И он мне показывает вот так вот. Он говорит, а у тебя один глаз. Я думаю, ну что делать, смирение надо проявить. Я как так вот стерпел, говорю, зато у тебя два. А он негодяй, представляешь? Стал смеяться и говорит, а у нас с тобой три глаза на двоих. Я уже не мог такой нахальство снести. То есть вот особенность вот этой вот мансарии, что человек видит свои проблемы везде, в других людях. Он просто сосредоточен на